Вот Владимир Дмитриевич в один из дней сказал: знаете, у вас две сорокопятки, а Саша уже победил на конкурсе. Я не помню, это была победа на первом конкурсе в Чехословакии, Интерталант, или еще был у него венгерский конкурс, я не помню. Но он сказал: давайте вы попробуем сделать гиганта. Гигант. Да. И вот мы работали на фирме «Мелодия». В итоге этот гигант сделали. Песни еще не были написаны? Никак. Были все уже для гиганта? Ну, что-то было написано, что-то дописывалось, да. Что-то светилось уже где-то в утренней почте. Вот, тогда была очень такая строгая главный музыкальный редактор Людмила Эрнестовна Кренкель. Помните ее отец там? Да, с челюскинцами, летчик, там? Да. Ну, она приблизительно такого же характера была, видимо, как папа. Ну, подойти было невозможно, и она вообще не воспринимала. Вдруг сдавалась какая-то программа, и она увидела Серова и говорит: ой, Ален Делон. Да, и как бы у Саши к Саше немножко отношение... Поразительная история. От нее, да, изменилось.